На 2 порции супа-пюре из печени понадобится куриный бульон, куриная печень 100 граммов, лук и морковь, сливочное масло, пшеничный хлеб, мука, яйцо, молоко, растительное масло, петрушка, соль и перец. Для начала сделаем гренки. Удаляем с хлеба корочки и нарезаем кубиками. Подсушиваем 10 минут при температуре 180 градусов и нарезаем овощи. Нам еще понадобится охлажденное молоко, но мы его должны предварительно вскипятить. Печень обжариваем на растительном масле 5 минут. Добавляем лук, пассируем, пока он не станет полупрозрачным. И затем помещаем в сковородку морковь. Нам понадобится пассированная мука. Пассируем мы ее без жира. Теперь добавляем в печень часть куриного бульона и тушим 20 минут. Горячую мучную пассировку мы тоже будем разводить куриным бульоном. Будем протирать через сито. В готовый соус наливаем еще немного бульона и перемешиваем, а печень и овощи пропускаем через мясорубку. Добавляем жидкость, которая образовалась при тушении смеси, и измельчаем с помощью блендера. Перемещаем в кастрюлю. Добавляем разведенную мучную пассировку. Довели его до кипения. Здесь мы будем использовать в основном только соль, потому что это диетическое блюдо. Убираем суп с огня. Взбиваем яйцо с охлажденным молоком и добавляем смесь в блюдо. Перемешиваем суп и наливаем в тарелки. Сверху сливочное масло. Подаем суп с зеленью и гренками. Рецепт супа-пюре из печени. Обжарьте печень в течение 5 минут. Добавьте нашинкованный лук, жарьте до полупрозрачности. Поместите в сковороду нарезанную морковь. Жарьте, пока она не станет мягкой. Добавьте в смесь бульон, тушите 20 минут. Пропустите печень и овощи через мясорубку, измельчите с помощью блендера. Прогрейте муку на сковороде и добавьте немного бульона. Перемешайте соус, процедите и вылейте в суп. Взбейте яйцо и смешайте с охлажденным кипяченым молоком. Добавьте в суп. Подавайте суп-пюре со сливочным маслом, зеленью и гренками. Готовим по проверенным рецептам вместе с опытными кулинарами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски программы.